Ну что ж, будем считать, что с приготовлениями я закончил. И давайте разберемся, что у нас с крабом нашим. Значит, в плане улучшений, что я ему дал? Можно я только просто доступ к улучшению получу? Спасибо. Улучшение реактивного ранца, рука-захват, модуль хранилища, модуль глубины у него уже был, ну, бур. Так что без бура нам там делать особо нечего. Я так подумал, что, возможно, мы даже справимся совершенно спокойно без циклопа. Я потестировал краб, пока была возможность. В целом, показывает себя достаточно неплохо. В плане мобильности. С собой у меня небольшой запас еды и воды. Как видите, да, соленые лопаточники наше все. Ну и давайте разбираться потихоньку. Падать здесь, конечно, придется долго, но мы должны справиться потихоньку. Спокойно. Вот так. В крайнем случае, опять же, я могу спустить сюда на некоторую глубину циклоп, если совсем все плохо будет. Я попробую как-нибудь его сюда его спустить, чтобы можно было крабом забраться обратно. Ну, по идее, при желании забраться обратно мы здесь сможем. Не знаю как, но попробуем. Ладно, поехали. Вот так вот. На крюке мы сюда спустились. Шикарно. Ай. Да, надо следить за этими рыбками, потому что мне их теперь отбиваться, мне от них теперь совершенно нечем. Ау. Но у краба достаточно хорошая броня, поэтому, в принципе, вытерпливать удары способен. Главное не перебарщивать и не позволять им слишком сильно и часто по себе бить. В идеале бы здесь, конечно, хотелось бы найти кианит, но что подсказывает, что шансов на это у нас немного, потому что я ни одну жилу здесь поблизости не вижу. Но, с другой стороны, мы спустились вниз. Вроде как настолько внизу я еще здесь не был. Что? Скорее сланец какой-нибудь. А, никелевая руда даже. Интересно. В любом случае, нас это не интересует. Наверное, я могу наступать на эту штуку и не получать урон, но давайте не будем проверять. Ладно, давайте проверим. Ага, урон получается, вижу. Вижу. Понял. Значит, на эту штуку наступать не надо. Это я уже понял. Хорошо, давайте починимся на всякий случай. Где-то есть вот. Хорошо, в лаву мы не наступаем. В принципе, логично, но стоило проверить. Хорошо, что я не стал касаться этой лавы своими драгоценными конечностями. Но да, это еще одна причина, по которой нужно крайне осторожно двигаться по этой территории. И если мы будем возвращаться обратно, я надеюсь, что мы будем возвращаться обратно, надо будет иметь в виду, что надо быть определенно аккуратным, когда мы двигаемся здесь. Так. Мертвая рыба. Мне не нравится. Все будет нормально? Ой, ё-моё. Ох, ё-моё. Вот эта штука мне очень не нравится, что мне подсказывает, что я ей тоже могу не понравиться. Поэтому действовать надо осторожно. Я очень надеюсь, что эта штука, хоть и агрессивная, но слишком уж большого интереса ко мне выказывать не будет. Я пока что еще жить планирую. Давай только ты меня трогать не будешь, пожалуйста. Я не планирую выпинываться из этой штуки. Знаешь ли. Давай. Есть. Хорош. Да, я слышу тебя, дружок. Да, ты агрессивный, я уже понял. Но мы в крабе, и нам, в принципе, норм. Относительно. Как же это большая махина, господи.
Так, я вижу кианит. Кианит это очень хорошо, кстати. Это уже лучше, чем ничего. По крайней мере, не зря сюда пришли в это опасное место. Я вижу еще кианит там. Окей, поехали. Все будет хорошо, давай. Поехали. Два кианита, хорош, хорош. Промахнулся, дружок, прости. Так надо. Еще кианит. Четыре кианита с одного депозита. Хорошо, шикарно, давай еще. Хорош. Ну, это рандом, потому что кианит это штука рандомная. Он может упасть 0 с одного депозита, может упасть 5. А то и 10, если повезет. Еще 2 упало. Шикарно. Слушайте, нам повезло. Нам реально повезло. Мы добыли сколько? 6 кианит отсюда. Возможно, мне столько уже и не нужно, но давайте-ка еще попробуем. Давай. Ну давай. Ай. Тихо, спокойно, все хорошо, давай, поехали. Все-таки той штуки без краба я бы держался бы максимально далеко, потому что мне кажется, что эта штука способна убить нас одним ударом. Тихо. Ты еще огнем пуляться умеешь? Нифига себе. Так, и они, походу, нам не выпало вообще нифига. Ладно. Что ж поделаешь. Ну и жесть происходит у вас, конечно. Кругом лава. Еще вот эта штука здесь плавает. Ой, я не хотел сюда падать. Нет, спокойно. Куда мне надо? Вряд ли. С другой стороны, чего я ожидал? Здесь лава. Естественно, здесь будет плавать огнедышащая рыба. Ой, да. Всякое видел в своей жизни, но такое впервые. Куда дальше-то, собственно говоря? Ну, побегаю здесь, поразведу, конечно, по возможности. Так, есть же еще кианит. Хорошо. Хорошо, я вижу, куда нам дальше ехать. Хорошо. Дополнительный кианит мне явно не помешает. Теперь можно было улучшение именно для... краба, наверное, и не делать из кианита, потому что мы все равно ниже 1300 не спускаемся здесь, но тем не менее. Давай. Есть кианит, хорош. Два кианита, красава. Давай, в том же духе. Еще два. Шикарно. Давай еще порадуешь меня. Давай. К нулям. В принципе, можем еще буром отмахиваться, да, вот такой мелочи. В случае чего. Еще два кианита, хорош! Вот это удача. Еще два! Да как ты это делаешь? Вау. Это было неплохо. Было совсем неплохо. Но это наша проблема не заканчивается, как я могу понять. Вдумайтесь, это под водой находится, понимаете? Лава под водой. Я, наверное, такого не ожидал от этой игры, должен заметить. Там еще кианит есть. До него добраться бы еще как-то. Давай. Есть. Хорош. В принципе, здесь даже можно немножко передохнуть. Выдохнуть, что вроде как эта большая штука меня не хочет здесь преследовать. Но там спасибо.
Но в любом случае, хорошо, что мы сюда решили отправиться без циклопа, потому что я не знаю, насколько бы эта штука была, больно бы ударила по циклопу. Скорее всего, у него-то броня поменьше. Да и попасть по нему легче. Че, ни одного кристалла кианита здесь не получится? Серьезно? Вау. Вау, вот это не повезло. Давайте подкрепимся немного. Так, погнали сюда. Надеюсь, мы здесь найдем что-нибудь еще. Мать моя женщина, как здесь все, как у вас здесь все красиво. Мне казалось, я там видел кианит. Не показалось. Кианита тут много, к слову сказать, это радует. То есть, в принципе, возможно, даже слишком много. Сколько у меня его? Уже. Где там? А, кстати. Да. Чувак, тебе здесь не рады. Отстань. Кианита, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12, 15. Ну да, этого уже больше, чем достаточно. Я думаю, что на этом можно поиски кианита прекратить. Мы же не просто так сюда пришли, верно? Может, здесь что-то еще есть хорошее, интересное? Я пытаюсь понять вообще, в каком направлении... Ага, то есть я пришел оттуда. То есть, если я хочу что-то понять, куда мне идти, то лучше идти, наверное, сюда все-таки, куда-то, в эту сторону. Скорее всего, здесь будет что-то интересное. Еще настурант, судя по всему, тут можно добыть в таком вот виде. Неплохо. Ты серьезно, что ли? Пошел вон. Это забавно. Не думал, что я найду тебя здесь, ну ладно. Так, сейчас, секунду, меня отвлекают. Пардон, едем дальше. Что? Я что-то слышал? Что это было? Самое главное, что я не особо понимаю, куда мне идти, то есть... Вроде как, здесь, в районе вот этой вот активной, наверное, все-таки лавовой зоны, как она называется, должно быть что-то, что мне нужно, но я не могу найти это что-то. В каком направлении идти, мне тоже не совсем понятно. То есть я, конечно, попробую поискать, побегать тут. Может, даже что-то и найду, помимо Настурана и кианита. Но не знаю. Обещать не буду. Мне как бы где-нибудь найти бы место, откуда можно было бы посмотреть на все это великолепие сверху, например, вот отсюда, да? И понять, куда мне вообще надо идти. Давай. Хорош. Так. Ну, получается, куда-то в ту сторону. Потому что оттуда я пришел, это примерно... Северо-восток, да, получается. Куда-то вот в сторону юга мне, видимо, надо идти, чтобы что-то найти. И да, все-таки я не пожалел, что взял с собой улучшение ранца, потому что мне здесь явно жить проще. Есть на самом деле резон сейчас вернуться обратно к базе и прикрутить к этому костюмчику термогенератор, который бы позволял мне черпать энергию вот как раз таки в таких жарких местах. Но проблема в том, что, возможно, мне не очень хочется возвращаться обратно, по сути, только с кианитом. Может, оно и к лучшему будет действительно вернуться сейчас. Хотя бы не страдать от потери энергии. Не, у меня, конечно, есть с собой запасные... Как их называют? Энергоячейки. Мало ли вдруг что пойдет не так. Но, тем не менее. Вау.
что это там. Не могу забраться туда. Давай, ну, давай. А, у меня двигатель сдох, да. Логично. Ну-ка. Вау. Эта штука выглядит очень прикольно. Иди, пожалуйста, от меня. Спасибо. Я не знаю, что это, но, возможно, стоит туда сплавать, попробовать. Давай, давай, подходи, ну. Что, нравится? Я не фанат, конечно, но меня вынудили. Эта штука меня напрягает. Она была, не была, погнали туда. Может быть, я здесь что-то найду хорошее. А может, нет. Давай, 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 давай. Есть. Окей, мы на этой стороне. Хорошо, что у нас здесь интересного? Минимум здесь нет каких-то крупных неприятных существ, которые могли бы меня съесть. В принципе, возможно, мы можем сделать так. Во-первых, от тебя избавиться. Во-вторых, тебя немножко починить. На всякий случай. Так будет спокойнее. Ачивка тепловая активность? Что? Прошу прощения. Найти теплоэлектростанцию? Но где? Я ее не вижу. Я думаю, что она где-то здесь, неподалеку от меня. Но я не могу понять, где именно. Надо мной, что ли? Отстань от меня. Я невкусный. Так, здесь была какая-то штука, которая мне не понравилась. Да, вот это. Шел он. Теплоэлектростанция? Я ее не вижу. Это что-то надо мной? Да нет, здесь просто... тупо потолок пещеры. Все, съел, да? Волокнулся энергией. Тот же. Здесь много таких вот зараженных штук, я смотрю, да? То, что нашел тебе электростанцию, это, конечно, здорово, только где она? Я ее не вижу. Здесь так темно, что... Черт ногу сломит. Я реально не вижу. Может, где-то внизу все-таки? Ой, а можно туда не падать, пожалуйста? Я вроде понимаю, что это под водой. Типа, если я паду, то, ну, как бы я не упаду, а просто... медленно опущусь под воду. Глубже. Но, знаете, от этого как-то все равно не сильно спокойнее. Я просто не могу поверить, что это под водой находится, понимаете? Это какой-то сюрреализм. Для меня, по крайней мере. Кианита здесь много, в принципе, нам даже столько уже и не нужно, по большому счету. Может, реально вернуться назад и попитаться энергией? На базе, я имею в виду, и заодно поставить улучшение. Это было бы разумно. Не знаю. Проблема в том, что я не понимаю просто чисто физически, где я нахожусь. То есть...
Я понимаю, где находится база. Вон она. Даже не так уж далеко от меня, кстати. Что приятно. Но написано, что я вроде как нашел электростанцию, но я ее не вижу. Где она? Я не успокоюсь теперь, пока я не найду ее. Ну, наверху, судя по всему, ничего нет. Ну, где-то подо мной, что ли? Я не понимаю. Ой. Ой. А можно не надо, пожалуйста? Я не хочу. Эта штука мне очень не нравится. Я знаю, что я не нравлюсь ей больше, чем она мне. От этого не сильно спокойнее. Нам ачивку дали, а что с ней делать, непонятно. Попробую спуститься все-таки обратно вниз. Может быть, она где-то там, вход в нее, может быть, где-то там внизу. Где? Понять бы. Здесь, наверное, я не знаю. Ну, чисто по логике, где она может быть? Ну, эта ачивка получает где-то вот здесь, примерно. И где она? Не здесь же, верно? Вау, вау, вау! Чувак, ты что творишь? Это было не круто. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое чудо у нас здесь лежит. Могу ли тебя отсканить? Очень вопрос. Да, могу. Ну, вообще там, где плавают вот эти ребята, где-то здесь, значит, должно быть и что-то связанное с теми, кто здесь был до нас. То есть, ну, мы же должны понять, как нам излечить от этого лекарства, от этой болезни, которая нас мучает, верно? Возможно, где-то здесь находится ключ к разгадке этой штуки. Может быть, здесь где-нибудь, я не знаю. Ага! Ага! Здравствуйте! Нашел-таки! Вот сюда мне и нужно, спасибо. Фух, нашел-таки, не может быть. Спасибо. Очень приятно. Что это такое? Это яйцо? Вау. Однако. Яйцо довольно крупное. Давайте еще одно возьмем. Интереса ради. Вряд ли это что-то не агрессивное, конечно, но вдруг. Тут пока можно покушать. Ладно, давайте сделаем следующим образом. Мы откроем хранилище и сложим туда кианит. Нет! Не надо меня жрать. Слышишь? Не надо. Сера, которая мне уже благополучно не нужна, разумеется. Надо поесть. Запас воды, правда, подходит к концу, но я думаю, что мы справимся. Верно ведь? Так, вообще, если здесь был этот, были эти зеленые столбики, то здесь должно быть что-то связанное с... А, значит, видимо, ваши яйца, да? Супер. Ага, вижу эту штуку. Хорошо. Но здесь много лавы. И не всем понятно, что мне с этим всем делать. Это, видимо, есть ваша теплоэлектростанция, да? Как я понимаю. Блин, офигеть здание, конечно. Вау. Я восхищен, конечно, ребят. Это что-то нечто.
Сабнотика это, конечно, классная вещь. Да. Это просто что-то невероятное. Блин. Просто отвал башки, серьезно. Вау. Единственная проблема, у меня как бы есть, конечно, запас энергии на обратный путь, но если что. То есть, если что-то пойдет не так, то, в принципе, я смогу отсюда выбраться, но... Как бы так сказать... А вход-то где? Ага, вот, вижу ход. Отлично, давай. Хорош. И давай теперь потихоньку туда. Давай, 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 давай. Вот так, давай, давай, давай. Хорош, давай, цепанулся. Держись, 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 держись. И теперь натяги вовнутрь, давай. Меня не пускает, что ли? Я не пойму. Или чё? Чё такое-то? Блин, да куда ж ты меня тащишь-то, господи? Ладно, видимо, мне не дают войти вовнутрь в крабе. Я не уверен, может быть, просто я что-то делаю не так. Вполне вероятно. Давай попробуем еще раз. Стери. Стери. Давай. Пустили. Меня пустили внутрь в крабе, отлично. Так будет немножко спокойнее, наверное, да? Только есть одна маленькая проблема. Я не взял с собой ни скрижали, ничего. Чтобы можно было здесь двигаться свободно по этой территории. О, вау. Бурить ионный куб? Серьезно? Ок. Я не против. Может пригодиться. Кто мог подумать, да? Ага, это просто потянулось обратно. Пол. Wait a minute. А, у меня куб, потому что здесь. Что это такое? Портал? Ну что, серьезно, что ли, это портал? А куда он меня отведет? Хочу ли я этого, правда? Вот что вопрос. Лол! Меня реально куда-то тянет! Офигеть! Что происходит? Где я? Что-то сломалось? Нет. Я реально переместился куда-то. Но куда? Подождите. Я где-то на поверхности, 91 метр глубина. Ага, остров ПВО. Вот куда меня кинуло. К ПВОшке. Слушайте, неплохо. Удобно. А ведь мы находили эту штуку здесь. Да, действительно, я вспомнил. Было дело. Только активировать мы ее не могли. По крайней мере, понятно почему. Активатор был не здесь. Меня скинуло обратно туда, куда я пришел ведь. Правильно понимаю? Мне вообще казалось, что телепортация занимает несколько меньше времени, но... Ладно.
Да, похоже, что меня вернуло просто обратно. Да уж. Всякое видывал, но такое впервые, как говорится, опять же. А, отсюда я пришел, получается, да? Да, логично. Или нет? Я пришел и оттуда. Что, надо вниз, что ли? Пройду ли я вниз на корабле, вот в чем вопрос. Не... Да, пройду. Выберусь ли я обратно в корабле, это уже другой вопрос, но надеюсь, что да. Терминал базы данных? Информация об ископ... А, стоп, профиль инфекции ХАРА-А. Данный терминал содержит обширные данные бактериальной инфекции, определенные как ХАРА-А. Обнаружение впервые открыто во время планового расширения сети в другие миры. Развитие эпидемии. Ошибка сети привела к провалу стандартной карантинной процедуры. Инфекция была загружена и быстро распространилась по центральным мирам. Подтвержденных случаев смерти 143 миллиарда особей. Бактериальные механизмы внедряются в здоровые живые клетки и видоизменяют основную генетическую структуру. Симптомы. Стадия 1. Постепенное снижение иммунитета. Стадия 2. Зеленые поражения кожи и симптомы гриппа. Стадия 3. Непредсказуемые изменения в биологической структуре. Стадия 4. Полное отключение исполнительной функции. Приняты экстренные меры. Карантин центральных миров. Образцы бактерий распределены по изолированным центрам исследования болезни для разработки вакцины. Процедура лечения неизвестна. То есть мы не можем вылечиться? Нужна скрижаль, причем пурпурная. По-другому сюда не пройду. Тут явно что-то полезное. В идеале мне бы сюда, конечно, еще радиомаячок поставить, чтобы найти это место в будущем. Желательно у входа, конечно. Но, видимо, делать это уже буду в следующий раз. Окей, по крайней мере, понятно, куда нам теперь нужно было дальше следовать, а нужно было следовать сюда. То есть, в принципе, мы теперь нашли это место, осталось только пробраться вот туда внутрь, через скрижаль, который у меня, разумеется, с собой нет, и сделать я сейчас не могу. Надо будет делать ее на базе. То есть, теперь моя задача добраться до базы, обратно домой, получается, что ли. То есть... Доберемся обратно, а там уже будем разбираться, что делать дальше. Так-то вроде здесь недалеко, но вот... Вопрос только, как теперь отсюда выбраться куда-нибудь обратно в той пещере славой, а оттуда бы добраться в идеале уже до дома. Проси, чувак, так надо. Ни ты, ни я не хотим друг друга вреда, но ты на меня реагируешь. Я должен защищаться, если хочу жить. Похоже, что здесь есть проход, да? Или нет? Не, нету. Ладно, остается только найти путь назад, получается. Там буду разбираться, что делать дальше. По крайней мере, мы нашли то место, которое нам нужно. По сюжету. Это хорошо. Плохо только, что я не знаю, что мне делать дальше. То есть я знаю, что мне сделать здесь, но как мне отсюда выбраться, это уже другой вопрос. А, стоп, по-моему, вот проход. Да, точно, вот он. Все. Загадка разгадана. Все, дальше остается только подняться обратно к тому входу. И мы в ажуре. И мы должны быть в ажуре. Я ведь прав? Давай еще кианита соберем, почему бы и нет. Что? Мне кто-то сожрать? Наверное. Ай. Меня определенно хотят сожрать. Поэтому я предпочту все-таки сначала отсюда убраться, а потом уже думать, что нам делать дальше. Как минимум, мне нужно, наверное, все-таки прямо сейчас сделать дозаправку, потому что иначе я не дотяну. Но, возможно, об этом лучше подумать чуть позже, да?
Так, окей, мы добрались до сюда. То есть мы нашли выход из этой штуки. А база у нас находится вон там, в 700 метрах отсюда. Забей. Просто забей. Я, на самом деле, напрямую, наверное, я доберусь туда, вот так вот, да, если... Вот. Чувак, давай не надо. Просто не надо. Не трогай меня, пожалуйста. Я не хочу тебе зла. И ты мне его не желай, пожалуйста. Ой. Что? Там еще эта штука где-то сверху плавает? Ё-моё. Давайте не надо, пожалуйста. Вас слишком много, ребят. Меня на всех не хватит. Ой-ой-ой. Мою мать. Простите. Вот это было совсем не круто. Вот это было совсем не круто. Время у меня кончилось. Вода в инвентаре. Я скоро захочу сильно пить. Сначала нужно тебя починить, дружок. Иначе обратно я просто не доберусь. Я же могу бросить тебя здесь. Но я не доплыву, мне глайдера не хватит. И баллон. Я без кислородного баллона не хочу добраться обратно. Вообще никак. Ладно, поплыли. Попробуем как-то добраться до туда. В принципе, с реактивным ранцем текущим у нас есть вероятность добраться до туда относительно безболезненно, просто пролетев на плато. Славой. Но я бы не был так уверен в этом, да? Потому что где-то я слышу вот эту большую дуру, которая, скорее всего, захочет вам мной полакомиться. Что это? Твою дивизию. Давайте без глюнов только, а? Вас тут только не хватало. Блин. Так и обратно родиться можно, знаете ли. Иди ко мне, говорит. А ты-то ко мне что не идешь сам, дуру, тогда, дружок, если ты хочешь меня повидать. Может, не надо? Я жить хочу. Знаете, по ощущениям, путь назад занимает не так много времени, как я боялся. Дайте угадаю, ты присосался ко мне. Нет. Ну, лучше. Все-таки не зря я улучшил ранец. Ой, как не зря. Не-не-не-не-не-не-не, давай, давай, тяни обратно! Что ж ты делаешь-то? Давай, давай. Тянись, тянись, тянись вверх. Молодец. Отрегень, ранец и погнали, давай, давай. Давай. И туда, хорош. Так, и мы почти добрались до базы. Господи, не может быть, серьезно, я это сделал. Господи, какая жесть. Капец, что происходит вообще? Как? Просто как? Что-то невероятное, по-моему, происходит сейчас. Повиси, просто повиси, дружок. Виси, 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 просто виси. Мы почти добрались, давай. Последний рывок. Давай, сервал, ты сможешь. Эть! Давай! 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 Плевать на то, что тебя хотят сожрать, просто плыви! Фу, да, я дома! Я это сделал, господи. Не может быть. Какая жесть. Я это сделал. Не может быть, я это сделал. Просто да. Просто я это сделал. Фу. А, здесь мотылек пристыкован. Фу ты, господи.
Ладно, идем сюда. Что меня туда не принимает в родные края-то? Давай. Есть же. Фу, мы дома. Чуем, мы дома. Просто тупо дома. Это сделали. Мы выжили! Ю-ху! И вернулись в целости и сохранности. А, ну да, места нет. Ионный кубок здесь, по-моему, хранил, да? Да. Теперь под них места нет. Шикарно. Хотя и довольно ожидаемо. Кианита много. Мне его теперь надолго хватит, так чувствую. Замечательно. Фух, так, пить. Срочно пить. Дайте мне. Антисептик. Я сделаю из него воду. Фух, ладно. Получается, мне теперь нужна скрижаль. С чего мне ее сделать? Вот, пурпурная скрижаль, алмаз, ионный куб. Давай, берем ионный куб. Берем два алмаза. Не зря я их все-таки брал в свое время. Собирал тут по округе. И сделаем скрижаль. Зачем в идеале лучше бы сделать еще одну на будущее, но пока обойдемся одной. Вот так. Фу. Ну что же. Поздравляю, мы выжили. Ну и получается, что дальше мы пойдем заниматься всем этим непотребством, связанным с нашей болезнью, которая называется Хараа, судя по всему, в следующем эпизоде. Пока что не нужно отдохнуть. Очень неплохо так отдохнуть. Увидимся.